Сначала момент. Держи, держи, держи. Время. Время. Даже записывает уже, да. Сними игровой процесс, сними, что Дэнди подключена к телевизору. В общем, к инпут-лагу настолько я уже привык, что без инпут-лага играть намного сложнее. Вы все утверждаете, что с инпут-лагом проще, а мне сейчас такое ощущение, будто забыл, как играть в игру. По-новому привыкать не приходится. Нет, сейчас получилось прыгнуть, а в первом уровне кнопку вроде жму именно в то время, когда ее надо нажать, а в итоге нифига, и чуть не слился. И вот сейчас вот не получилось проскочить понизу. А, нет. Приноровиться можно, но хватит топить за то, что с инпут-лагом играть сложнее, нифига не сложнее. К чему привыкаешь, к тому и легче. Такие дела. Все может.